никто не говорил, что это весело. Кроме меня. Это потрясающе. Я всегда мечтала вести такой образ жизни. Атлантический океан. Первый из трех больших океанов, которые меня ждут. 7 дней сильного ветра. Вчера вечером было еще хуже. Гуппи почти взлетела. Чувства, которые я испытывала, были странными. Мне страшно нравилось плыть, нравилось все, что меня окружало. Но, с другой стороны, я скучала по папе, скучала по дому. Я 2 дня не могла есть. Так переживала. На Карибах я еще могла повернуть назад. Но после Панамского канала пути назад уже нет.